Киев, следственный эксперимент на Воздухофлотском проспекте 36. По ДТП с пострадавшим мотоциклистом Мотохелп помогает воспроизвести события вот того дня. Мотоциклист, к счастью, на ногах уже, это мужчина в костюме мы видим, у него был перелом таза. Он сейчас уже ходит, все в порядке. Перекрыт полностью проезд сейчас, видит, работает полиция и нет движения от Соломенской площади. Вот огромное спасибо организации Motohelp, которая оперативно отреагировала буквально в течение получаса и привезла мотоциклиста Владислава, активного участника, который помог воспроизвести все обстоятельства данного события. Всем добрый день. У нас сейчас следственный эксперимент на Воздухополском проспекте 36, у аптеки, у Альфа-банка. Здесь полгода назад произошло серьезное ДТП с участием мотоциклиста, практически год назад уже, и сейчас проводится следствие, до сих пор проводятся судебные заседания. Сейчас будут пытаться определить, что происходило. Организация Motohelp помогает воспроизвести события того злосчастного момента. Байкер, напомню, получил существенную травму таза, однако сейчас уже на ногах. Это мужчина в костюме, который вот ходит на заднем плане. С ним более-менее все в порядке. Ищем админов, друзья, и плюс, конечно, присылайте материалы в дарок в Инстаграм и на номер 093-771-3333. Повторяю, 093-771-3333. Всем удачи, до связи.